за ними кот задом наперед. И это далеко не все, что умеют вытворять на сцене артисты театра Куклачева. Их хозяин и руководитель Владимир Куклачев знает каждого усатого-полосатого, так сказать, в лицо. Работать с ними, говорит Владимир, одно удовольствие, ведь у каждой кошечки свой характер и таланты. Они такие же, как и люди, и надо с ними, с каждой найти общий язык, да. А некоторые любят просто покушать, а некоторым нужно сказать: «Васенька, пойдем». Тогда, если не поговорил с ней, она трюк не сделает, все, обижаются. Или погладить, или вот отношения, что они чувствуют, что да, к ним идет отношение, тогда они тоже так же относятся. То есть заставить кошку что-то делать невозможно. Путешествие в страну Кошландия – новая программа театра кошек. Главные герои, конечно, четвероногие. Люди просто в помощь пушистым артистам. Театр Куклачева – это не только привычные всем нам кошки. В актерской труппе можно встретить и других представителей, например, вот таких вот песиков. А что они умеют, можно увидеть на сцене во время представления. Да, Клёпа? 30 кошек и 2 собаки – основные герои спектакля, во время которого они выполняют веселые, но очень сложные трюки, даря своим маленьким зрителям хорошее настроение. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.